У вартовчан спросили, как должен выглядеть город. Строительное будущее столицы Самотлора обсудили в центральной библиотеке. Здесь общественники смогли поделиться своими идеями. Все проекты поступят организациям, которые занимаются формированием городской среды. Это проектные институты из Омска. Причем специалисты займутся благоустройством сразу 13 населенных пунктов, тех, что вошли в Нижневартовскую агломерацию. Как вартовчане придумывают будущее города, расскажет Алексей Шабанов. Здесь нужно или скверами что-то делать, заправка, вообще убирать. Вот так горожане украсили флажками свой любимый Нижневартовск. Этот эксперимент организаторы встречи назвали «ментальная карта». И сразу, буквально у порога, спросили жителей, как бы они преобразили город. На этой карте мы отмечаем места, которые нравятся жителям города, которые требует своего улучшения. Мнение жителей города, оно будет заложено в дальнейшем в разработку всех документов. На научном языке это называется предпроектное обследование. Прежде чем браться за профессиональную разработку, специалисты встретились с общественниками. Здесь на бумаге и вновь на картах любой мог дать волю фантазии и изменить город до неузнаваемости. Рассчитываем, что максимальное количество в открытом режиме, в режиме сессии, в режиме интерактивного участия, в режиме заполнения анкет будет участвовать. И даже сейчас мы раздаем вот эти буклеты. Внутри есть листочки, которые можно заполнить, оставить, и они будут учтены при разработке вот этих стратегических программ. Развитие Нижневартовска рассмотрели в структуре агломерации. На данный момент в нее входит 13 населенных пунктов. Это поселения Нижневартовского района, города Мегион и Радужный. Стрежевой хоть и относится к Томской области, но географически и экономически Нижневартовск ему ближе. Как объединить эти территории в альянс, будут думать специалисты. Мы очень долго присутствуем как разработчики градостроительной документации на территориях Мау-Югры. То есть там процентов 60, наверное, градостроительная документация – это наш продукт. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, это юг Тюменской области, это Сахалин, Камчатка. Ну, локальных проектов очень много. Собранные мнения проанализируют. Тогда общественников вновь пригласят на встречу. Впереди долгий путь развития агломерации. Конечно, его поделят на этапы. На первом из них будет создан координационный совет глав муниципалитетов, входящих в агломерацию, и появится цифровая модель управления территорией. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.